Надежда Яковлевна Хазина начала заново отсчитывать свою жизнь от 1 мая 1919 года. В этот день она познакомилась с молодым поэтом Осипом Мандельштамом. Они встретились в знаменитом киевском кафе с оригинальным названием «Хлам». 20-летняя Надежда повела себя смело. Она напросилась в гостиничный номер к Мандельштаму. С той ночи они стали неразлучны. Вскоре среди петроградских поэтов пошел слух. Мандельштам женился. На ком, удивлялись все? Представьте, на женщине, отвечали заправские шутники. Друзья не могли представить его женатым. Осип был ветреным и любвеобильным. О его романах со знаменитыми красавицами ходили легенды. И вдруг из Киева он привозит законную супругу. Поэтесса Ирина Адоевцева часто вспоминала шок от первой встречи с ней. Надя Мандельштам ходила в мужском костюме с короткой стрижкой и папироской в зубах. Но при этом она оказалась нежной и заботливой супругой, отличной хозяйкой. В начале 20-х, во время НЭПа, они с мужем жили совсем неплохо. Стихи Мандельштама печатали, он брал переводы, а в магазинах еще были продукты. Наде же работать муж запрещал. «Просто не могу найти себе место, когда ты переводишь», — говорил он Наде. Она, не имевшая никакого образования, кроме гимназии, прекрасно знала несколько иностранных языков. Уверенная в гениальности мужа, Надя безропотно шла на любые уступки. Мужские костюмы были единственной шалостью, которую она себе позволяла. «Ты заносишь всю мою одежду», – вяло сопротивлялся Осип Эмильевич. Из перепалок по пустякам состояла их семейная жизнь, и Надежда считала это счастьем. Идиллия омрачалась периодическими изменами Осипа. Он все не мог оставить холостяцкие привычки. Руководством к действию для него были стихи его друга, Владимира Пяста, который к тому времени уже находился под слежкой НКВД и при этом хранил у Мандельштама свои поэмы о свободной любви. Официальные жены в них проигрывали шикарным любовницам. Жен Пяст пренебрежительно, с его точки зрения, величал «венчанные». «И что, я для тебя теперь венчанная?» – возмущалась Надежда, уличив Осипа в очередной интрижке, и ненадолго уходила поплакаться к подружке. А лучшей подругой была никто иная, как Анна Ахматова. Надя обожала ее поэзию и говорила: «Если в моем сердце есть место для нескольких поэтов-мужчин, то для женщины только одно, и оно занято Анной Ахматовой. И не предлагайте мне Марину Цветаеву». Надежда вообще была очень резка в суждениях, впрочем, как ее муж. Судьба подготовила ей странную шутку. В конце жизни соседкой по квартире у Надежды стала женщина с фамилией Нецветаева. Тем временем Мандельштам стал известным поэтом. Власть упорно пыталась использовать его дар в своих целях. Тогда еще был у руля старый революционер Бухарин. Он очень заботился о Мандельштаме и отправлял его в командировки на советские стройки. Мандельштам ехал с огромной неохотой. Стихи про трудовые будни не складывались. Придворного поэта из Мандельштама не получилось. Однажды Надежда записала под его диктовку: «Мы живем под собою, не чуя страны. Наши речи за 10 шагов не слышны. А где хватит на полразговорца, враз припомнят кремлевского горца». «Никому, никому не читай!» – закричала Надежда. «Не буду, Надя, не буду!» – клялся Осип. Но ничего не мог с собой поделать. Через некоторое время антисталинские стихи пошли по рукам. «Ничего с нами не будет, разве что ссылка, но это ведь не страшно», – успокаивал себя и жену Мандельштам. «Действительно, в ссылке нет ничего страшного, там же все свои», – подхватывала верная супруга.
Бухарин на некоторое время отправляет семейство Мандельштамов в Армению, подальше от правительственных стукачей и шпионов. По возвращении Осипа Емельевича сразу арестовывают. Забирают прямо из квартиры, предварительно устроив обыск. Свидетелем ареста оказывается Анна Ахматова, пришедшая в гости, чтобы накормить поэта редким по тем временам деликатесом – вареным яйцом. Мандельштама уводят, резко толкая в спину. Надежда в растерянности остается с его пиджаком на руках. Несколько дней она живет как во сне, ничего не зная о судьбе мужа. Анна Ахматова использует все свои связи, чтобы смягчить участь Мандельштама. И вскоре Осипа освобождают из-под ареста и отправляют в ссылку. С этого момента начинается новая жизнь Надежды Мандельштам, настоящей декабристки 20 века. Как некогда графиня Волконская, завернувшись в роскошную шубу, помчалась на почтовых к мужу в острог, так и Надя Мандельштам, но только в мужской тужурке и потертых брючках, отправляется в неведомую чердынь. Неожиданно в поезде Надежда встретилась с мужем. Тогда она поняла, как они были легкомысленны, не боясь ареста. Мандельштам после многодневных допросов, психологических пыток и одиночной камеры стал совершенно другим человеком. В тюрьме его доводили до сумасшествия, включая за стенкой запись невнятного женского голоса. Ему казалось, что это говорит Надя, что его Надю тоже арестовали. Эта мысль была самой страшной. «Ты в чужом пальто?» – спросил он. «Да, в мамином», – удивленно ответила Надежда. «Так ты не была арестована?» – обрадовался Мандельштам, но вскоре снова погрузился в черную меланхолию. «Давай покончим с жизнью», – пожав плечами, довольно равнодушно предложила Надя. «Нет, не сейчас. Если я это сделаю сейчас, это буду уже не я», – так ответил поэт, отдавая себе отчет в своем психическом состоянии. А у Надежды было другое представление о жизни и смерти. Иногда она боялась умереть, иногда боялась за жизнь мужа. А потом вдруг начинала жалеть, что не покончила с собой. В чердыни Мандельштам попал в больницу. Надежда стала сиделкой у его постели. Однажды она задремала на несколько мгновений и, открыв глаза, увидела Мандельштама, стоящего на подоконнике. Она вскочила со стула и схватила его за пиджак. И опять, как в день ареста, только пустой пиджак остался у нее в руках. Она именно так и записала в своих воспоминаниях. Пустой пиджак. Пиджак, потерявший хозяина. Если бы решили поставить памятник этой героической жене поэта, то изобразить ее можно было именно так. В безнадежном порыве, с пустым пиджаком в руках. Мандельштам спрыгнул с третьего этажа и упал на цветочную клумбу. Врачи диагностировали вывих плеча, но оказалось, это был перелом. И с тех пор, плюс ко всем бедам, у поэта плохо работала рука. Зато психическое состояние Мандельштама после попытки самоубийства резко улучшилось. «Упал и прозрел», так сказал он. Надежда отправляла письмо за письмом в Москву, где рассказывала о плохом здоровье мужа и умоляла пересмотреть уголовное дело. Благодаря все тому же Бухарину и письмам Анны Ахматовой ссылку заменили на запрет проживания в 12 городах Советского Союза. С тех пор в Москве и Ленинграде Надежда и Осип появлялись как нелегалы. Они были счастливы оказаться на свободе, но Надежду страшно тяготила атмосфера террора. Каждый день арестовывали кого-то из их друзей и знакомых. Остальные жили в состоянии патологического страха. Мандельштама перестали печатать в принципе.
А переводы иностранной литературы он забросил, поскольку непрерывно сочинял стихи. Они наваливались на него тоннами. Это было невыносимо. Надежда записывала их на листочки и прятала, боясь обыска, в основном в подушке, прямо в перья. Когда она разрезала очередную подушку, ей вспоминались еврейские погромы, которые она пережила в юности. Тогда в поисках драгоценностей бандиты вспарывали подушки, и пух летал по всему поселку. Самые опасные с точки зрения цензуры стихи Надежда просто выучивала наизусть. Средств к существованию семьи не было. Надежда Мандельштам в воспоминаниях перечисляет фамилии друзей, у которых приходилось клянчить деньги на жизнь. В этом списке весь цвет советской литературы: Маршак, Паустовский, Каверин. Правда, жертвовали не все и не всегда. Неожиданно чете Мандельштамов на правительственном уровне выдают путевку в санаторий, находящийся недалеко от Москвы. За окном холодная сырая весна. Но они решились хоть на какое-то время пожить там, не думая, где добыть деньги на еду. «Я полагаю, санаторий – это ловушка», – говорила Надежда. И ехала туда как на плаху. Пока они отъедались и отсыпались в санатории, в Москве решалась судьба поэта. Напомним, что Осип и Надежда впервые встретились 1 мая. И вот спустя 19 лет им было суждено расстаться навсегда именно в этот день. Накануне ареста мужа ей снились иконы, лики святых, написанные на грубых досках. Она знала, что иконы во сне для нее это плохой знак. Из пересыльной тюрьмы Надежда получит только одно письмо. Обрадовавшись тому, что хотя бы узнала адрес, она отправляет мужу посылку, которая через некоторое время возвращается с пометкой «В связи со смертью адресата». Еще долго ходили слухи, что Мандельштам жив. Через пару лет иллюзии окончательно растаяли. Несмотря на свое полулегальное положение вдовы врага народа, Надежда закончила университет и даже получила работу преподавателя. При всей любви к погибшему поэту Надежда жила с гражданским мужем, проклиная себя за неумение быть одной. После смерти Сталина она сразу же начала добиваться посмертной реабилитации Осипа Мандельштама и все силы положила на то, чтобы его стихи снова стали печатать. К 70 годам эта женщина стала легендой. Иосиф Бродский нашел ее в Пскове, не веря своему счастью, встрече с самой Надеждой Мандельштам. Он будет часто вспоминать о встречах с ней, а узнав о смерти в канун нового 1981 года, напишет: «Тень была так глубока, что можно было различить в ней только тление сигареты и два светящихся глаза. Она выглядела как остаток большого огня, как тлеющий уголек, который обожжет, если дотронешься». И еще. В интеллигентных кругах, особенно в литературных, быть вдовой великого человека – это почти профессия в России.